Всем привет, с вами Влад, и это ролик по игре Майнкрафт. Под предыдущим роликом по Майнкрафту вы набрали хорошее количество лайков. И поэтому я снимаю продолжение. В этом ролике я буду копать шахту. Ну а перед началом не забудьте подписаться и поставить, конечно же, лайк. И да, если у вас появится вопрос, когда будет следующий ролик по Майнкрафту, он будет, когда под этим роликом будет хороший актив. Если будет хороший актив в течение там дня или два, то тогда ролик я залью, прям вот наберете хорошее количество лайков и сразу заливаю ролик. А если будет актив не очень, значит залью ролик чуть-чуть попозже. Ну а пока я, как видите, добываю уголь, с него выпадает опыт, да и в принципе все хорошо. Давай, уголь, ломайся. Так, вот так, отлично. Не знаю, в этой серии, скорее всего, мы не доберемся до алмазов, потому что, ну, копать до алмазов еще далеко. Но, надеюсь, хотя бы золото или железную руду я найду. Хотя, не знаю, все может быть. Также хочу рассказать кое-что по поводу моего YouTube-канала. Я только начал снимать игру Майнкрафт. Но что же будет с играми такими, как Among Us и Last Day on Earth Survival? Сейчас я вам все более подробно расскажу. Пока я буду здесь копать и копать эти блоки. Сейчас на моем канале буду я активно заливать ролики по Майнкрафту, потому что я вижу, что вам эта игра нравится, да и в принципе мне по кайфу реально играть в эту игру и снимать ее. Да и в принципе я планирую ее снимать еще долгое время. Но что же по поводу других игр, а именно Among Us и Last Day on Earth Survival? Неужели я их перестану снимать? А вот и нет. Только я на своем канале большую часть, а именно 57% роликов будет посвященные Майнкрафту. Дальше 32% Элдои, ну и оставшиеся проценты Among Us. Я знаю, это как-то немного нелогично, потому что моя любимая игра Last Day, а больше всего на своем канале я говорю, что буду снимать Майнкрафт. Сейчас я объясню, почему и чё да как. В общем, в Майнкрафт я уже играю очень давно, и начал снимать я его только сейчас. Как видите, это третья серия по Майнкрафту, а Last Day и Among Us я уже снял по этим играм довольно-таки приличное количество роликов. И теперь хочу посвятить мой канал Майнкрафту, но Last Day и Among Us тоже будут, только чуть-чуть реже, чем обычно. Но когда в Элдои, либо же в Among Us выйдет какое-то обновление, я, конечно, буду снимать ту или иную игру. Ладно, ребят, с этим разобрались, давайте вернемся в Майнкрафт и будем копать шахту. Как видите, в шахте есть еще какие-то непонятные блоки. Это то ли песок, то ли что вообще. Ну, короче, их можно копать лопатой. То есть, когда вы идете копать шахту, не забудьте взять с собой не только кирки, а еще и лопату, а и на всякий случай меч, ведь ты не знаешь, какие мобы могут тебя ждать в шахте. Лично я даже не имею малейшего представления, что за мобы будут в шахтах. Потому что в который раз повторюсь, я нуб в Майнкрафте, несмотря на то, что начал я в него играть еще в 2019 году. Ну а забросил я его в 2020, и только сейчас я решил в него поиграть, да и в принципе снять вам эту игру. Так, ё-моё, давай залазь сюда, блин. Мне сейчас зомбари убьют. Они лезут. Нет. Меня убили, короче, Стив был убит убийцами, убийца зомби. Короче, меня убил зомбарь, и я сейчас бегу забирать свой лут. Не знаю вообще, почему и как вообще меня зомбарь убил, но у всех, короче, бывает, что-то там неаккуратненько сделал. Ну и меня убили. Главное то, что я смогу забрать свои ресурсы и дальше копать шахту. Главное только еще, чтобы меня опять не убили. А вот и мои ресурсы. Я уже стал сомневаться и думал, что они пропали. Но в итоге все обошлось, ребят. Ах ты ж зомбарь, ну все, тебе капец.
Откисай, все, зомби я убил. Ну и теперь мне нужны материалы. Стоп, а нет, у меня кирка есть, так что нормально. Я просто закроюсь в шахте, короче, и буду тут отсиживаться. И ждать, пока наступит день, чтобы меня не убили мобы. Итак, ребят, короче, я себе накрафтил кирки и готов дальше копать шахту. Не знаю, что вообще сейчас я найду в моей шахте, но буду надеяться, что хоть какие-то ресурсы я найду. По типу железной руды, ну или золота. Я уже не говорю про алмазы. Алмазы, до алмазов мне, короче, далеко. Ребят, произошел небольшой казус, я потерял все ресурсы, но я уже на монтаже расскажу, что произошло, поэтому я думаю, вы уже все прочитали, и давайте рубить дальше нашу шахту, добывать ресурсы в ней, да и в принципе, конечно же, расширять ее, ведь в маленькой шахте я уверен, что не найду никаких алмазов. Кстати, может, кто не знает, но я начал копать шахту с целью добыть алмазы. Пока что я алмазов не наблюдаю, но этого и понятно, потому что я сейчас не на такой глубокой высоте. В общем, ребят, я не скоро доберусь до алмазов, но у меня цель добраться до алмазов в шахте. Не знаю, в какой серии именно я найду алмазы, но надеюсь, что как можно скорее. Мне бы сейчас не помешал сундук, потому что я уже добыл очень много ресурсов. Ставим. И теперь я могу спокойненько сложить ресурсы в ящик. Это очень удобно и прикольно. Кстати, вы, наверное, спросите, откуда у меня лук с одной стрелой. В общем, я когда убивал скелетона, мне с него выпал лук. Ну, правда, поломанный, но лук. И, конечно же, одна стрела. Не знаю, как у вас там падает, но мне вот так вот выпало ресурсов со скелетона. Но я думаю, что мне бы могло повезти. И, возможно, если бы я был немного удачливей, то мне, скорее всего, выпал целый лук. Ладно, давайте не гадать, а просто продолжим копать шахту. Так, и вот так. Все, в принципе, я хорошо обустроил свою шахту. Как видите, я еще построил такие люки. Не знаю, как они точно называются. Но ладно. Я вот что подумал. Если мобы, когда настает день, сгорают, то если, получается, днем пойдет дождь, то они спокойно могут прийти и убить меня. Либо же нет. Ну, не знаю точно. Ладно, ребят, до скорых встреч и всем пока-пока.